Иреном, ты не, ничего не размещала ее. А, этот. С Иреном, слушай, с Иреном сайтом, там же тоже запускали контент. Форма модного, да, вот эта франшиза. Значит, вот этот Денис, который контекстной рекламой занимался, он сказал, что там есть проблема на сайте. Кто вообще разработчик, ну, программист сайта? Кто-то ее друг в Ставрополе, какой-то ее знакомый. Ну, нормальный парень, адекватный вроде, не знаю. Пусть мне... Это с Ира, у меня нет его контактов. Позвони ей, напиши Ире, она тебе сбросит. Хорошо, тогда мне надо будет сразу ему все эти проблемы, чтобы решить. Если потом будем запускать рекламу, потому что она не работает. Тест прошла, а он говорит, я не вижу заявок. Там нужна, в общем, какая-то тоже форма захвата неправильно сделана. Надо Окей, и разместить ее на все эти форумы и сайты о франшизе. Хорошо, я могу. Юра, если $8 ты заплатишь, там будет на 100 досках этих объявлений. Не, давай не объявления, давай на сайте франшизы, вот там всякие сайты, где там есть много, на где бесплатно они сейчас делают. А, каталоги франшизы? Да, на каталоге франшизы. А, ну, это я уже с понедельника начну Ириным сайтом заниматься, пока вот... Ладно, займись сейчас сайтами, формы захвата, это хорошее, ценнейшее предложение. Все, давай тогда, я поехал на работу.